Пример святости и смирения. Церковь почтила память благоверных князей Бориса и Глеба. Князья страстотерпцы – первые, кого канонизировала Русская Православная Церковь. Почитание Бориса и Глеба на Руси началось еще во времена Ярослава Мудрого, продолжается и в наши дни. Надежда Калинина расскажет подробности. Несмотря на то, что храм построен сравнительно недавно, его закладка состоялась в 2011 году, он как будто бы возвращает нас в те времена, когда жили святые благоверные князья Борис и Глеб. Церковь построена в традициях русского деревянного зодчества. Материалом для стен была выбрана сосна, а для куполов – осина. Маковки храма такие же, как у старинных церквей на острове Кижи, но церковь эта стоит в Екатеринбурге. Сюда на престольный праздник приехал глава епархии митрополит Кирилл. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Совершив традиционный крестный ход вокруг храма, прихожане вознесли свои молитвы небесным заступникам церкви. Святи благоверни князе Борисе и Глебе, молите Бога! Борис и Глеб были сыновьями крестителя Руси великого киевского князя Владимира. После смерти Владимира на престол претендовал его пасынок Святополк, который решил убить своих братьев. И вот эта гражданская и братонеубийственная ненависть, она является таким пятном, таким ярмом на нашем теле нашего народа, от которого нужно избавляться, и только единством, любовью, терпением друг к другу мы можем избавиться от этих бед и несчастий. Братья же Борис и Глеб отказались от распри и борьбы за власть. Были убиты, но смогли исполнить заповедь Христа о любви к своим врагам. Борис и Глеб, святые русские князья, страстотерпцы, являются нашими святыми покровителями, которых мы очень любим. Мы 3 года назад с супругом венчались в этом храме. Поэтому мы ежегодно приезжаем сюда всей семьей, с детками, чтобы отметить престольный праздник и наш семейный праздник здесь, в этом храме. Еще одним праздником стало и то, что свой 58-й день рождения отмечает глава Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл. Одной из прихожанок, девочке Варе, сегодня исполнилось 9. И в день рождения у нее важная задача от всего прихода. Я счастлива, потому что такой праздник, ну, понимаете, у митрополита день рождения, у моей внучки Вари день рождения. Сегодня праздник Бориса и Глеба, таких благоверных князей, это наш семейный праздник, я считаю.